небольшие детали могут добавить правильного осеннего настроения в ваш дом. Как сделать красивее то место, где вам по-настоящему уютно, расскажет наш декоратор Елена Марченко. Всем привет! Меня зовут Елена Марченко, и я декоратор. Сегодня мы будем декорировать деревянный ящичек и делать из него коробочку в морском стиле для всяких мелочей. Для начала мы красим наш ящичек в цвет аквамарин. Высушиваем. После этого методом сухой кисти мы наносим бежевый цвет. Вот и готова наша морская коробочка. Всем спасибо, до новых встреч!